Эфирчик. 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 Так, и как бы мне вот так вот бы сделать, чтобы все было... О, так пойдет. Итак, ребят, всем привет. Мы с Зайкой, с Миленкой добрались наконец до хороших пивоварен, в которых у нас обойдет, собственно, экскурсия. Знаю, у вас вопросов много. Мы сейчас с Миленой в Чехии. Вот мы заказали покушать. Вот она, Зайка. Вот она уткнулась в телефон. Вот она сейчас поцелует и всем передаст привет. Да, Зайчик? Да, всем привет. Скажи, как тебе пиво? Расскажи мне немножко. Мне вот это вот понравилось. А что, ну вот какой на вкус? Вот давай ты вот скажешь, какой оно на вкус. Ой, с апельсинами. Что-то такое хлебное, непонятное, да? Да, непонятно. А вот это? Это такое, как будто с кусочками какими-то. Много всего такое твердое. Вода твердая. Ты зайка. Твердое пиво она пьет. Так, теперь моя очередь дегустировать. Это самое плотное. Да, это самое плотное. 70. IBU, да. При норме, что у обычного лагеря 35 IBU. То есть в два раза плотнее. IBU может быть максимум? О, честно, не знаю. Смотрите, как выглядит. Мы заказали пару бокалов. Ждем еду. И сейчас хотим полностью прям все перепробовать. Вот. А, сейчас вам, друзья, все расскажу. 100 плюс. Друзья, сейчас вам все расскажу. 100 плюс кофе. Свежий, минеральный, медово-солодовый вкус с горчинкой хмеля. Вот такое ощущение, на первый взгляд, это лагерь производства Страхова. Страхов. И делает он все при монастыре. Вот. Все. И мы вот добрались до Храхова, до пивоварни. Это один из этажей. Здесь вечный аншлаг народу. Мы стояли в очереди еще с улицы. Так вот, о чем я хотел вам, друзья, рассказать. Сейчас вам расскажу. Так вот, а рассказать вам хотел о том, что в Чехии, мы до сих пор с Миленой в Чехии. Всем привет, друзья. Я пока ваши вопросы не читаю, но сейчас попозже расскажу, буду читать и отвечать вам на все ваши вопросы. Вот. Мы находимся в Чехии, и в Чехии, что тяжеловато, это выбор пива именно того, которым славится Чехия. И Чехия всегда славилась отличными пивоварами. Но сейчас, на данный момент, находясь в Праге, а вчера в Кутной горе, мы практически не находим пивоваров. Просто мы вот это третий или четвертый пивовар, который мы посещаем за все время отдыха. Вы представляете, насколько какой? Редко? Какой? Пятый? Пивовар именно? Да. Первый современный, у Флага, Медведку и Страгов. Еще где-то мы пили. Не помню где. Пиво просто сумасшедшее, друзья. Знаете, на что похоже? Как будто во рту что-то такое тягучее, горькое, хмельное. Между с этим такая легкая кофейная горчинка. И такое карамельное подвкусие именно на языке. Вот. Поэтому все выглядит вот как-то вот так, друзья. Так. Сейчас, друзья, тут у нас целая система подставок. Вот, теперь отличие. Друзья, в общем, вот такая вот Прага. И такое вот у нас путешествие. Скоро мы сейчас садим в самолет и поедем назад. Вот.
где ты дел свою Мегеру? Зайка у меня здесь рядышком сидит. Привет, Тамбову. Привет Оксаю, привет Сибири, привет, привет всем, 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 всем. В общем, друзья, всем один раз стоит посетить Прагу по разным причинам. Во-первых, это для ЮНЕСКО очень большое достояние, потому что здесь такие соборы, такие склепы. Это Аня Левченко. Очень-очень грандиозные постройки и прям пропитаны энергетикой. Мы были еще с Миленкой в Широкунтная гора, там, где внутренняя часовня украшена, точнее, такой собор, что ли, даже не знаю, как сказать, дом каких-то таких богатых гостей. И там хозяин приказал кости останков, потому что там было при доме там кладбище, как-то украсить этими костями кладбище, потому что там останки 10 тысяч человек было. И вот мы были вчера в этом доме, где из костей делали всякие узоры, гербы, люстры и так далее. Дикое зрелище, настоящие кости. Кстати, хорошее совпадение, друзья, то, что здесь играет одна из моих любимых групп Offspring. Как же я их слушал еще до 2000 года. Так и изучал английский язык. О, вот хороший вопрос. Скажи, где в Чехии лучше есть и пить? Есть, в принципе, можно где угодно. Еда, она практически везде одинакова. Это свиное колено, это всякие там сухари, гуляш-булки и... И все остальное, как везде. Вот. Но что стоит попробовать, это гуляш-булки, которые мы, кстати, не пробовали. Но везде по-разному. Везде по-разному, но все рекомендуют, что надо скушать. Свиное колено, да, времена хорошие. Свиные ребра тоже очень вкусные. Их паста для закуски из чеснока и сыра тоже очень вкусная. С острым сыром. Поэтому еда везде не такая. А вот пить, если пить, то надо там, где варят именно пиво. В этом-то и есть, скажем так, примечательность того, что вы можете попробовать именно историю Праги. Вот, например, вот это пиво варится, ну, скажем, не одну сотню лет. Поэтому есть весь прикол, что мы это попробуем. О, Федька, привет, родной. Федь, смотрели это Прагу? Да давай совместный эфир, Федь, выйдем. Что за Федя? Стрелков. Нет, стой. Что? Выйти в прямой эфир с... Сейчас мы с Федькой выйдем. Федя, он привет! В Сочи. Он в Сочи там катается на этом. Может быть, он там тоже это... Федька! Его не слышно. А почему? Он как кулек. Кулек, привет! Как у вас в Праге дела? Блин, вообще нормально, Федь, это уже... Давай вместе. Сейчас, Федь, подожди. Пиво принесли. Темное, янтарное. Да, спасибо. Темное, янтарное. Спасибо. Че, как горы? Давай так вот поставим. Горы на самом деле супер. Ты по черной трассе катался, где убиться можно? Да мы по всем катаемся. Просто дороги как-то танцуем. Мы сидим уже в трассе. Я поеду по отдельно. А-а-а.
раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти шесть. Че там еще раз петь? О, ты меня так снимаешь. Ну, давай. О, а Витя, Макс, привет. Операторы, привет. Вообще дело. Блин, ну рассказывай, как там в Сочи вообще настроение? Вы там вообще, наверное, угораете. Титка, а мы в Праге пробуем разные сорта пива у пивоваров, которые там... Хочешь, мы в аэропорту купим тебе? Да, ну только оно непонятно, оно насколько будет вкусное. Ну вот здесь просто видишь, мы заморочились и искали пивоваров. Ой, ты не слышишь, что он говорит? Чего? Оно разливное или бутылочное? Разливное. Вот тут разливное, а вот там мы не знаем, как в аэропорту будет. Просто у нас ручная кладь. Да. А где капы с Мариной? Они вчера уже приехали на поляну. У нас через час трансфер. Да, через час мы уже на самолет и поедем. Блин, а ты еще будешь три дня кайфовать. Я прилетаю 6-го в 22:45. Капец. А ты крат. Это может быть 7-го. Ну, то есть на поляну я 7-го приеду. Блин, красава. Ну чё, давай тогда на полянке увидимся, будем тебя ждать. Но мы завершаемся. Всем пацанам привет. Постараемся пивка тоже прикупить. Вот. О, так это она? Она всё-таки пролетела? Алинка? Алёна. Это с ЕКБ его друг. Это та, которая хотела это? К тебе прийти. Привет ей большой. Это она, да? Да. Федя! Почему они катаются? У нас все круто. Рассекретились. Твой друг с ЕКБ придет на проект? А? А? Слушай, да почему нет? Нет? Почему нет, говорю? А, все-таки придет. Ну, Федь, все, родной, давай, мы тебя обнимаем. Давай. Пока. Хорошего пива вам и на поляне увидимся. Спасибо. Давай, увидимся на поляне, родной, обнял.